несколько кратких замечаний по поводу определений. И эти определения будут касаться этой части богословия, которая называется библиология. И это слово происходит от двух греческих слов. Я напишу их для вас. «Библиос» означает «книга», и знакомое нам слово «логос», которое означает «слово», «речь» или «обсуждение». Поэтому «библиология» означает «слово», «выступление» или «изучение» книги. И конкретно здесь, под книгой, рассматривается Писание. Но вы увидите, что мы будем говорить не только об одном Писании. Мы будем говорить о Божьем откровении, которое дано миру в разных формах. Что ж, вот здесь вот на слайде вы можете увидеть некоторые вводные замечания. Они показаны для вас. Я не буду их читать, лишь кратко отражу их суть. Здесь делается такой вывод, что ваше отношение к Писанию является основополагающим фактором при занятии богословием, что вы в итоге сформулируете. И особенно верно это для нас, евангельских христиан. И в действительности, то, как вы воспринимаете Писание, то, как вы его используете, будет определять содержание вашего богословия. Если вы считаете, к примеру, что Библия — это просто прекрасная книга, написанная разными людьми, и в ней есть ошибки, и это не Божье Слово, то вы не будете его использовать так и в такой степени, как если бы вы верили, что Библия — это богодухновенное Божье Слово, и что оно содержит истину, и в ней нет никаких ошибок. Так что вот основная суть написанного здесь. И здесь мы говорим о том, что библиология — это фундаментальная часть систематического богословия, и она во многом определяющая часть. И очевидно, что в евангельском богословии, где Писанию отводится центральная, основная роль, становится понятно, почему мы, поговорив о вводных замечаниях, о том, что такое богословие, естественным образом переходим к этой теме и говорим о доктрине Писания, потому что это основание всего того, к чему мы в итоге приходим в евангельском систематическом богословии. И первый аспект доктрины о Писании, о котором мы будем сегодня говорить, это доктрина откровения. И как обычно обстоит дело, и, может быть, даже всегда, очень здорово, если вы подходите к изучению богословия, особенно систематического богословия, и начинаете с определения тех основных концепций, с которыми вы имеете дело, прежде чем вы пойдете дальше. Поэтому вначале нам нужно понять, что есть концепция откровения, что же на самом деле означает вдохновение и так далее. И это касается не только доктрины о Писании, но и любой другой области систематического богословия. Что ж, нам многое нужно сказать относительно определения откровения. И честно сказать, это не самая простая доктрина для определения. И по мере того, как мы будем идти дальше, вы поймете, почему я так говорю. И для начала надо поговорить о значении некоторых слов в древнееврейском и древнегреческом языках, тех слов, которые использовались для обозначения понятия «откровение». Начнем мы с ветхозаветного слова, которое означало «открывать» или «откровение». Это еврейское слово «гала». И сейчас я вам напишу транслитерацию этого слова. И вот обратите внимание, здесь у нас долгие гласные.
Так что здесь у нас долгое «а», а не краткое. И вот это слово, которое мы написали, «гала», может быть переведено по-разному. Но изучая различные примеры использования этого слова, можно увидеть, что во всех случаях есть нечто общее. «Гала» по-еврейски означает «быть» или «делать что-то ясным». Это слово можно перевести так — «раскрывать», «удалять», «проявлять», «пройти вперед», «объявить», «объявлять» или «снимать завесу». Поэтому «откровение» понимается как прояснение чего-то, делание чего-то ясным, как раскрытие, удаление завесы, скрывающее от нас что-то, провозглашение, проявление чего-то. И что есть это что-то, мы поговорим через несколько минут. Итак, «гала» — это основное слово в Ветхом Завете, которое переводится как «открывать». В Новом Завете, и здесь опять я напишу транслитерацию этого слова, «апокалипсис» или «апокалипто» — это уже греческое слово. Вот здесь я написал глагол. А существительное будет выглядеть так — «апокалипсис». И я думаю, вы уже понимаете, какое слово произошло из этого греческого слова. Это наше слово «апокалипсис». Если вы слышали, то бывает, что в последнюю книгу Библии, книгу Откровения, иногда называют апокалипсисом Иоанна. И в общественном сознании интересно, что этот термин означает нечто другое. Страшные катастрофы, которые произойдут в конце света. Но если посмотреть сюда, то апокалипсис, если судить по слову «апокалипто», означает «раскрывать», «открывать», «разъяснять» или даже «возвращать к жизни». Позвольте мне повторить значение апокалипта. Оно может быть переведено как «раскрывать», «открывать», далее у нас идет «разъяснять» или «возвращать к жизни». Итак, сравнив значение основных слов в Ветхом Завете, а также в Новом Завете, можно увидеть, что есть небольшое расхождение. И есть различные вариации в переводах, но в целом идея схожа во всех случаях. Итак, вот такие слова используются в Писании. И они переводятся как «открывать», если это глагол, и «откровение», если это существительное. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария».